Хола, амигос, с вами ученик 77, мы продолжаем играть в The Long Dark. В синем углу ринга... Шутка. Бокс оставим в стороне. Пусть МакГрегор сам как-нибудь это переживает. Мы об нем говорить не будем. Итак, с вами ученик 77, ребятушки мои. Продолжаем мы наше выживание. Если кто забыл, напоминаю, остановились мы в рыбацком бараке. Прибрежное шоссе. Наловился я, да, из рыбы. И теперь собираюсь идти ковать все, что может коваться. Так, тут был волк. Ага, вон он вдалеке. Хорошо. Так, разбираемся, что мы имеем. Что там у нас по части горючего? И что это за кишки? Кишки высушенные. Ладно, мы их оставим. Так, ткань 10, пускай. Так, горючка. Угу. Ну, мы, наверное, сейчас заправимся. Так. Заправились. Что у нас осталось? У нас осталось столько и столько. Ну, вес небольшой, пускай подтащим. Книжка, пускай почитаем, может быть. Так, жратва. У нас один этот. Сожрем его. Так, вода. Пить. Какой у меня там вес? 19 килограмм. Можно воды себе немножко подтопить на всякий случай. То будет плохо. Да, кстати, напоминаю вам, в моей группе ВКонтакте The Long Dark с 1 сентября стартует конкурс. В результате него будут разыграны 6 игр во главе с нашей любимой. Так что заходите, становитесь участниками группы и будете участниками розыгрыша. Так, что там написано? 2 часа. Воду. Топим воду. Литр. Так, литр воды. Литр воды, потом себе что-нибудь горячего приготовим, хряпнем и побредем. Немножко с собой возьмем рыбы, но так, чтобы она не давала у нас лишнего запаха. Так, заходим в крафт. Делаем вот это. Угу. Отлично. Так, теперь все это дело готовим. Угу. Хорошо. И злоупотребляем. Злоупотребляем, ибо напишут, не помогло. Саня, это средство не помогло. А нам этого и не надо. У нас и так все хорошо. Так, теперь, что тут у нас есть? У нас тут кучма рыбы. Так, кучма рыбы. Так, это мелкое. Это мелкое, все мелкое, да? Возьмем вот эту. Интересно, а что сильнее воняет для волчар? Большие куски или маленькие куски? Хотя не, отставить. Наберем мелочуги, чтобы если я кидал ее в качестве приманки, не вываливалось ничего. Дюжи тяжелого и не было обидно. Так, теперь надо как-то понять, насколько сильно она воняет. О, показывает, что воняет. И я понял. Все, не воняет. Угу. То есть, получается, больше мне с собой взять нельзя. Итого у нас 400 калорий. 178, 56. Ой, не туда смотрю, 200. Так, ладно, это у меня 1, 2, 3, 4, 5 кусков. Сейчас по-другому подействую. Может, он на куски реагирует, а не на общий вес. Давай выкинем все эти 5 кусков. Так, и возьмем самую тяжелую. Хлобысь. Пока ничего не показывает, да? Тут у нас что? Тут у нас есть вот... А, металлолом срочно забрать. Так. Тут у нас кто? Волки, где вы? Волки, где вы? Он какой-то броет вдалеке. Интересно, он меня почует? Так, кижуч. Он весит 2. Берем. Форель не нужна. Не нужна. Это все форель, что ли? Все форель. Я понял. Так, ладно, тогда я возвращаюсь на базу. Так, и беру еще кижуч потяжелее. Вот, килограмм 53. И... килограмм 0,2.
что показывает? Нет, запах показывает. Раз, два, три, четыре. Тоже четыре куска. Я понял. Значит, он реагирует на количество кусков, а не на общий вес. До общего веса ему по барабану. Вот мы положили пятый кусок, запаха нет, да? А сейчас вот положим шестой кусок. И запах сразу есть. Понятно, реагирует на количество кусков, а не на общий вес. Ясно, значит, этот мелкий выкидываем. Все, можем чесать. От С2. Так, тепло, согревание, питье. Ничего я не забыл. Смотрим свой инвентарь. Так, молот есть, и это есть. Спальный мешочек есть. Все, больше нам ничего не надо. Можно отправляться. А вот волк у нас неподалеку, да? Ну, так, побежали. Не туда. Туда. А это медведь, да? Ага. Ну, медведь мы сейчас обойдем вот так. Вроде с этой стороны волчар не видно. Все, медвежотину мы обойдем. Ой, он развернулся. Тогда мы ему на перерез пойдем. С этой стороны его обойдем. Ну, вроде с такого расстояния. Ну, мы вроде как не воняем ничем. Ну, хотя, конечно, сейчас посмотрим, как моя теория вообще действует относительно запахов. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы действовало. Ну, пока он вроде на нас ноль эмоций. Так, ясно. Значит, дело в кусках. А не в их общем весе. Больше пяти кусков тащить нельзя. Это хорошо. Так, погода, что у нас? Идет минус, но не сильный. Сколько вообще? Минус 9. Ну, это еще терпимо. Это еще терпимо. Так, вон там летают вороны, но я туда не пойду. Там могут быть волчаки. Не пойду. Мне как-то с ними встречаться пока ни к чему. Вот когда я на обратном пути пойду с ножом, вот тогда мы устроим Мейвезер МакГрегор. Поглядим, кто кого. А сейчас рано. Сейчас понятно, кто кого. Они меня, конечно, того. Так, там дом разрушенный, да? Разрушенный. Ну, они всегда здесь разрушенные. Ой, кролик. Напугал, гад! Так, бежим отсюда напрочь. Бежим напрочь. Точнее, прочь! Фу. Мне бы до подвала Харрисона. Ага, я в прошлый раз вообще добрался. Чё толк-то? Нет, не до подвала мне надо, до шахты. Вот пока до шахты я не дойду. Успех моего перехода. Успех моего предприятия по переходу нельзя считать осуществленным. Так, это у нас Алендур. Как-то раз я видел тут Алендура. И его как раз атаковали волчки. Не, Алендур нам не нужен. Какое интересное дерево лежит. А по нему можно перейти? Интересно. Интересно. Так, она начала замерзать. Я там, помнится, обещал оставить... Ага, теперь он закрыт. Хорошо. Так, тут у нас что? Ничего. Тут я, помнится, что-то в прошлый раз нашел. Так, так, так. Багажничек. Голичок. Хорошо. Значит, вот тут, мы кинем один рыб. Давайте вот этот килограммовый. Все. Это чтоб когда я на обратном пути шел уже на таком реальном издыхе, ползя и прорубая дорогу отцовским топором, который я скую. Ну, точнее, я буду так вот топором так в снег и подтягиваться на нем. И подтягиваться. И вот доползю кое-как до машины, а там хобана. Рыбка. Красненькая.
Красота ж. Красота. Ну, а что пожрать в зоне запустения мы найдем. Так, 4 березы загребли. Хорошо, из них мы будем делать стрелы. Так, боль путника. Угу. Туманчик. Вот что плохо. Туманчик. Видимость ограниченная. Волчиков я могу прозевать. Погромче сделаем. Могу их прозевать, к сожалению. Ну, делать нечего. Пойдем все равно. Прозевать, не прозевать. Вообще, когда туман, температура... Минус 8. Вот сейчас мы перейдем в другую локацию. Поглядим, какая там температура. Там может быть иная температура. Там может быть холодно. А может быть тепло. Так, старый остров между зонами. Welcome, старый остров. Минус 9. Но это, в принципе, погрешность такая. Так, все, теперь тихо. В прошлый раз меня тут волки встретили. Встретили, и вообще все было плохо. Крайне плохо. Ползем, ползем, шепчем. Надо хоть как-то согреться. Сейчас придут ребята в шубе натуральной, серой, согреют. Чё там, кстати, детвора? Школу-то хотите? Скоро в школу идти? Мои оба хотят, соскучились по школе. Особенно старший говорит, когда уже... А, тут еще рано приседать, но вот надо сюда залезть. Когда уже в школу, хочу в школу. Ну, младший вроде тоже говорит, что хочет. Но, возможно, не очень. Все, скоро начинается. Уроки, мороки, проекты. Ой. Это ж не только вам гемор, это и нам, родителям, гемор. Причем иногда больше, чем вам. Ну ничего, ладно, не буду кряхтеть, как старый пердун. Продолжим, так сказать, наш процесс игровой. Он все-таки будет поинтереснее, чем все эти, все это нытье о школах. Ну, если что, мой старший пойдет в пятый. А вот и волк. А вот и волк, а вот и волк. А вот и волк. А вот и волк, а вот и волк. Ах ты, сучара. На-на-на-на-на-на-на. Сдохни, 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 сдохни. Да идишь ты нахер. Пидорас. Извините за грубое слово. Так, срочно лечиться, применить, где кровь, голова, наложить повязку. Наложили. Так, так, применить. Наложить повязку, наложили. Все-таки эта сучара меня почуяла. Эта сучара меня почуяла. Ничего не помогло. Ничего не помогло. Где тут мой любимый подвал? Где мой любимый подвал? Нет, 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 не надо печалиться. Вся жизнь впереди, где мой любимый подвал? Это не подвал, это не подвал. Что случилось, где подвал? Я говорю, где подвал? Подвал покажите мне. Ты где этот волк, где ты в манду? Мне подвал нужен. Подвал, подвал. Ура, 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 ура. Он меня кусанул. Сука. Сука, он меня кусанул. Так, что у меня есть? Резаражение, резаражение. Понятно. Нифига себе, сколько... Итак, ребятушки, продолжаем. Извините, я отвлекался. Хлопоты по работе отвлекли меня ненадолго. Но я помню, что когда я заходил, подлый волчара кусанул меня за попень. Астрид мою, мою Астрид кусанул. Ничего, я ему это припомню. Так, мы в фундаменте. Первым делом, оценим урон. Угу, порвал на черпятки. Ладно, сейчас мы быстренько от риска заражения попытаемся избавиться. Угу. Еще раз. Давай, давай, левая нога. Все. Окей. Так, теперь мы выкинем далеко-далеко березу. Пусть сохнет. Так, теперь мы запалим запальник.
и оценим ситуёвину. Так, кухонька одичавшая. Загребем. Ух ты, канистрочка. Ну там мало. Ладно, возьмем, пригодится. Так, дровина. Чик. Чик. Так, что тут у нас? Что такое? Гол, как сокол. Тут у нас такой же гол. Тут у нас такой же гол. Кстати, ребятушки, напоминаю вам, что 1 сентября не только большой праздник, День знаний, вы все пойдете наконец в свои школы, колледжи, лицеи, всякие другие учебные заведения, институты военные, академии и так далее. Но еще в моей группе ВКонтакте The Long Dark стартует конкурс по розыгрышу 6 игр. Одним из которых счастливым обладателем вы сможете стать. Так что заходите, присоединяйтесь, принимайте участие. 6 игр во главе с The Long Dark. Я думаю, за это стоит заморочиться. Так, ладно, это все, конечно, хорошо. Но меня погрыз волк, и он там меня сторожит за дверью. И хзне, чё делать. Почему перегруз? Чем я перегрузился? У меня то канистрой. Так, книги, канистры, карпич, рыба, вода. Так, значит, вот это мы сейчас собираем первым делом. Так, нормально. А другие тапки мы чиним тем же первым делом. Вот эти вот. Действия ремонт. Давай. Не удалось. Ах ты засранец. Моя кожа просто так. Ладно. Хорошо, у них 81%. Бог с ними. Будем носить. Так, что там у нас еще по одежде? Так, вот это чинить. Потому что никуда не годится. Угу. Так, теперь, что тут он еще у меня? Штанишки мои изорвал. Вот паскуда, штаны изорвал, а? Превратил их в лохмотье. Так, и курчонку всю мою поношенную лыжную куртку сделал совершенно поношенной. Так, чиним. Я сейчас всю ткань потрачу, мне нечем будет это, ножи себе делать. Может, харе пока? Наверное, харе. Остановимся. Так, черпятки. Действие. Ну, собрать их можно, пустить на починку башмачков потом. Так, хорошо. Ну, давай башмачки починим. Ну-ка, ся. Ремонт. Угу, удалось. Великолепно. Так, а сколько вообще тканчушки у меня? 6 штук. Так, хорош. Починка умелая. Ага. Так, давайте-ка мы рубанем вот чего. Угу. Собрали. Так, что там у нас? Водички пьем. Пьем водички. Так, где еще одна? Полка где? Вот она. Разламываем. Угу, хорошо. Так. Теперь, а нафига я загреб себе вот эти инструменты? Бросить их? Кинуть их? Так. Типа надо спать, да? Ночь. Значит, на ночь мы кушаем. Вот то, что потяжелее. Угу. Пьем. Так, и дрыхнем. Дрыхнем. Много. Давай 8 часов. Так, надо немножко пополнить ХП. Потому что если та паскудина там все еще пасется, то надо подготовиться ко встрече со звездой. Так, что там, просохло? 18%. Неплохо.
Так, а у нас уже типа день, да? Ну. А, это северное сияние. Ух ты! А тут рации нет. Точнее, радио. Я передам СОС. А я вот это обыскивал, да? Обыскивал. Так, что у нас там по уровню голода? Сильный голод. Я хотел книжечку почитать. Почитать книжечку. Почитаем книжечку. Пока сияние. Не то. Так, вот эту изучить. Давай, изучим 2 часа. Слишком темно. Да твою мать, она взяла и погасла. Так, ничего не вижу. Где мой? Где мой? Где мой? Вот он. Понял. Гасим. Я хотел почитать. И ничего не получилось. Ну, спим тогда дальше. Сколько сможем. Сияние как быстро кончилось. Я думал, оно будет типа до утра. Так, вы проснулись. Читать можем? Можем. Читаем тогда. Читаем тогда, пока там погода офигенная. Какая погода офигенная. Еще читаем. Так, начитались почти, надо попить. Так, попили. Дальше читаем. Читаем, читаем. Так, прочитали. Отлично. Теперь вот эту начнем читать. Давайте-ка мы все изучим. Чтоб волков жрать сырыми можно было. Так, давай еще часок. Отлично. Так, это мы поднимаем. Это пусть сохнет. Это нам не нужно ничего. 27%. В аптечке у нас никого не живет. Все, покидаем сей благословенный приют. Чем мы там все нажили-то? Нажили 40% здоровья. Это, конечно, не сильно густо. Так, сейчас мы на всякий случай сейвнемся. Потому что гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Так, сейвнулись. Я, короче, не знаю. Такое ощущение, что волки тут специально стоят. Они вообще не дают пройти через это место. Это такие стражи. Типа захотел. Захотел проникнуть. В прибрежные. Ой, то есть в зону запустения. А будь добр, пройди сквозь нас. А сквозь них пройти сложно. Они тут прям патруль какой-то. Какой-то патруль. Так, можно попробовать сесть в машину. Сейчас мы это сделать попробуем. И можно попробовать пойти по дороге, а не ходить по... Где вот там я шимился. Так, что тут у нас? Температура вниз идет, но не шибко быстро. Так, вот сейчас как будто волков не видать. Багажник закрыт. Заходим в точилу. Так, в точиле у нас какой-то листок валяется. Читать. Ничего не можем читать. Понятно, жаль. Возьмем. А я думал, там написано: «Эй, чувак, я тоже тут был зажат волками. Короче, вот что я придумал». В прошлый раз, когда я выходил из машины, меня сразу встретил волк. Сейчас так же будет. Прям уже боюсь. Прям страшно. Ну, не знаю, я иду, короче. Я, короче, иду. Иду я, короче, такой, никого не трогаю. Не нравится мне все это. Так, тихо, тихо. Сейчас за поворотом могут быть кролики. А могут быть волки. Так, вставать не буду.
Они сейчас, падлы, вот оттуда выйдут с этого. Они вот там внизу там ходят, там этот лед. Там тоже есть пещеры, они там на льду тусуются. Я там бывал уже, и не раз. Иногда они где-то вот здесь поднимаются. Поэтому ползем, ползем, тихонечко, тихонечко, ползем, ползем. Так, где это я? Насколько это близко к этому, к следующему автомобилю? Ну, я не знаю, побежали. Бьем, бьем, бьем. Так, так, ой, дерево, я его не помню, этого дерева. Так, тут что-то все изменилось. А, тут сейчас будет разрушенное шоссе. Я побежал по шоссе. Твою мать, я же обычно не так ходил. Я же обычно ходил. Я понял, ладно. Поплетемся так. Я немного потерялся. Бывает. Бывает. Интересно, а я здесь наверх выйду? Здесь выйду наверх или нет? Или мне придется черти знает куда опереться по этому льду, рискую встретиться с волчаками, собаками. Так, 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 что тут у нас? Что-то на льду волков не видать. Значит, они все здесь, получается, да? Не вижу я их внизу. Да они тут вроде одни и те же тусуются наверху и внизу. А где же вы есть? А, ну и так иногда они туда за остров проходят. И там шлындают. Ясно. Так, ну что ж. Последний бросок остался. Чё, ты здесь не выйдешь, что ли? Да ну нафиг. Так, это кролики. Они тут всегда тусуются. Да давай уже перепрыгивай как-нибудь, а? Так, это тачка. В ней можно посидеть. Так, ничего тут интересного. Обыскать бардачок. Тоже ничего интересного. Так, все, бежим в шахту. Бегом в шахту. Бегом в шахту. Не знаю, у шахты никогда волков не было раньше. Сейчас все, конечно, может измениться. Он меня, может, тут ждет. Так, вот наша шахта. Нам в нее линять. Но тут где-то растет гриб. На пне. Мы его прихватим. Волкочаки не видать? Волкочаки. Так, есть. Давай другой. Быстрее, быстрее. В шахту, в шахту, в шахту, в шахту. Отсюда. О, здрасте. Куча камней. Номер 94 с особой благодарностью спонсору за поддержку. И отлично. Передайте нам и их нам привет. Пламенный. Погоди. Возьмем немножко мха. Или моха. Так, все, хватит мне одного. Пошли в чахту. Чахта. Все, я в чахте. Так, ну что. Через чахту мы сейчас побырим, пройдем. Шахта номер 3. Уголь. Так, а у меня тут что, вообще перегруз? Так, а чем я так нагружен? А, ну вот этой всякой канистрами. 0,7 килограмм. Дай-ка я ее здесь брошу. Или... дай-ка я возьму, заправлю. И брошу. Так. Так, это мы бросим. Ты... книжку я тут какую-то прочел. Дай-ка я ее пока. Они у меня все прочитаны. Сколько я этих попрочитал, диких кукань. Изучить. Не понял. А эту? А эту только бросить. Все, я запутался. Так, книжка не нужна. Так, жратва, жратва. Бросить тебя, что ли? Ладно, оставим. Камень бросим. Так, тут у нас что? Кишки оставим, перья. Но от них особого веса нет. Это дрыны. Ну, не знаю. А, металлолом у меня много, но он мне весь понадобится. Так, дрыны давай бросим. Так. Медикаменты. Ну, я не знаю. Можно вот это вот бросить. Но тогда надо себе скрафтить. Скрафтить. Повязочку. А нет, из мха. Так, из мха.
Ладно, хватит пока уголь брать. Тут у нас что? Это все, что я покидал. Ясно, воды попить. Так, и надо будет на выходе из шахты разжечь костерок, приготовить себе воды, потому что хрен его знает, куда меня занесет. Нелегкая. Так, рюкзачок, эти самоплясы. Так, да нафиг они мне нужны, дай-ка их пока брошу, я с ними потом разберусь. Так, рюкзак, что там есть? Ничего нету. Это все закрыто. Этот открыт. Так, тут у нас что? Нифига. Все, пошли дальше. Пошли дальше осуществлять свой переход. Так, по дороге собираем весь уголь. Потому что нам ковать уголь нужен. Так, я тут, наверное, долго блуждать не буду. По скорикам пробегусь. Может, потом на обратном пути. У нас там что это? Еще день. Мне бы засветло добраться куда-нибудь успеть. Надо будет на маяк обязательно зайти, потому что на маяке есть шприц первой помощи. Но обычно он там лежит. Так. Уголек. Это мне все не надо. Точнее, мне туда не получится. Так, чешем дальше. Стоп, что-то я вижу плохо. Так, чешем дальше. Уголь. Какие-то завалы понаделали тут. Так, уголь. Бля, надо много. Дабы горн горел. И мы на нем все ковали, ковали, ковали. Так, что тут у нас? Тут уголь. И какое-то шмотье, возможно. Есть что? Нет, ничего. Так, полка. Полка мне пока не нужна. Так, уголь. Уголь. Тут, по-моему, где-то еще металлоломчик должен валяться. Иногда валяется металлоломчик. Не, не валяется. Пищу, да ладно тебе пищу. Будь тебе пища. Переживай. Ничего нигде. Хорошо, обыскиваем верстак и чешем отсюда. Естественно, кто бы сомневался, что он будет пустой. Никто даже не сомневался. Так, что там, чел дохлый? О, у него гвоздодер есть. Гвоздодер мне пригодится. У меня еще гвоздодера не было ни одного. Гвоздодерчик пригодится. Сходим на эту, потом на китобойную станцию. Там в сейфе покопаемся, может, какую-нибудь шмотку там найдем интересную. В принципе, так больше там особо ловить-то и нечего на этой китобойной станции. Ну, может, как какого-нибудь харчей немножко раздобудем. Ну, может, спички там еще иногда бывают. Кстати, да, спички было бы неплохо приобрести. Вот, ну что, посетить маяк на китобойную станцию. Больше особо. Ну, в шахту в другую можно сходить. Так, что там я набрал? Угля много? Перевес еще пока нету, да? Так, вообще угля сколько? 21 штука. Нормально. Так, это тупичака. Идем дальше. Идем дальше. Так, это у нас что там, выход светится? Это выход светится, а это у нас что, тупичака? Тупичак, тут никто не валяется, иногда лампа валяется. Нет, сегодня здесь никто не валяется. Так, ну и будет, и будет. 29, все, мы под завязочку загружены. Сейчас, может, что-нибудь найдем тут. Так, я собирался костер разводить, да? Да. Ну, коль собирался, значит, разведу. Так, ну костер это время. Не, не буду разводить, пойду. Пойду пока. Так, книга. Она тяжелая. Но зато она горит хорошо. Так, яш большой такой. Ну и в чё в тебе есть? Точильный камень. Пригодится, безусловно. Сейчас нож-то как выкуем.
металлолом, труд, ну бог с ним возьмем. Все, больше ничего. Все, едь от седва. Линяем, так сказать. Так, ну и что там у нас? Маяк? Или сразу китобойный суд? Какая погода прекрасная. Да, я сохранюсь на всякий случай. Сейчас волки всякие, иголки. Так, там холодно, да? Тогда все-таки костер. Тогда все-таки костер. Горючее. Да давай разожжем, чтобы спички не тратить. Тем более спички у меня последние. Так, палка. Дрова же я выкинул. Молодец. Выкинул дрова. Ну а чё, нафиг они нужны? Тащить их только зря. Так. Дров-то я себе еще найду. Так, а уголь можно добавить? Можно добавить уголь? Не, давай уголь. 10 минут. Уговорил. Палку добавим. Так, теперь мне надо гриб, гриб. Мне нужен гриб. Гриб, 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 гриб. А шиповник у меня на один раз. Тогда лучше грибы. Шиповник пригодится еще. Так, что там костер? 24 минут. Успею приготовить. Успею. Так, ну, в принципе, потратил спичку. Для того, чтобы, так сказать, согреться. Ну, кто его знает, может и правильно. Так, ну что, почесали. 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 Что-то никто не знает. Так, сейчас, наверное, факел мой сразу погаснет. В принципе, тут идти-то всего ничего. Но вот волчаки, волчаки могут подпортить жизнь немножко. Они это любят. Что вообще за температура-то? Ноль. А, это мне показалось, что здесь плохая погода. На самом деле она здесь, в принципе, сносная. Ну что ж, сносная так сносная. Никто не против. Пусть будет сносная. Блин, ни одной шмотки я не нашел. Вот это нехорошо. У меня ткань может закончиться. Могу... Не надо кого тушить. Ладно. Там, по-моему, матрас есть на этом старый. На китобойном судне. Главное до него добраться. Там будет матратик. Текс. Тачка сейчас будет. Точила. Вот, ну, точила. Я бы не раз помню, целую ночь спал. Ночью выперся сюда. И делать было нечего. Дело было вечером. Пришлось мне дрыхнуть в этой точиле. Развел около нее костерчик. С уголька, естественно. Локацию тогда не знал, короче. Брел вообще. Ну, угад. Выбрел сюда кое-как. Наткнулся на тачку и стал не спать. Так, теперь о волках. Волки наши друзья, безусловно. Но, блин, такое дело. Тут вот есть шахта, можно зайти в шахту и вообще по ней протащиться. И потом выйти из нее недалеко от... От китобойной станции. Так, это кролик. Спокойно, это кролик. Я, наверное, сейчас через шахту пропрусь. Хотя там тоже есть волки, но там как-то обзор будет получше. Да, наверное, получше. Или через церковь рвануть. Даже не знаю. Так, а что мне в шахте? Ну давай, пошли через шахту. Пошли, уговорил, пошли через шахту. Пошли через шахту, пошли, пошли, пошли через шахту. Я как-то здесь раз огниво нашел, может сейчас опять что-нибудь найду. Заброшенная шахта, тьма. Сейчас пройдемся через шахту. Может, что найдем интересного. Уголь.
Да блин, я и так уже весь в перевесе. Ничего. Шкафчик. Ну-ка, открывайся. Ничего, а что там у нас? Ночь приближается, да? Так, ну а что делать? Вот это я могу ткань заполучить, да? Я, наверное, сейчас отрубану. Рубану 2 часа. Интересно, успею разломать? Успел, хорошо. Это да в шахте будет спать. Буду спать в шахте. Делать нефига. Что поделать? Придется спать в шахте. Так, это куда? Это куда? А вот эту шахту, я вообще через нее редко хожу, я ее плохо знаю. Что-то я как-то не люблю через нее ходить. Так, надо в тот тупичок тогда заглянуть, он куда ведет. Это, я так понял, основной проход. Или они соединяются? Я вообще в эту шахту редко захожу. А, они, наверное, соединяются. Нет, тупик. Тупик. Так, ну, я не знаю, уголь брать не буду. Куда мне столько угля? Так, усталость. Усталость нормальная. Ух, ух, вот это я пролетел. Вот это я пролетел. Похоже, зрение ночью плохое. Так, да ладно, не вздыхай. Нормально все, тут тепло зато. Жрать нечего, у меня есть еда, не переживай. А воду мы сейчас себе подогреем. Хотя не, греть не будем, спички тратить, ну их нафиг. Терпи. Может, что найдем сейчас? А, газировку какую-нибудь. Хотя вряд. Вряд. О, огниво. Я же говорю, здесь бывает огниво. Даже 88%. Это неплохо. И огнивом оно вроде лучше разжигается, чем просто спичками. Вероятность больше. О, огниво — это хорошо. Это прям вообще отлично. Точно, в этой шахте часто бывает огниво. Правда, тогда я его нашел в начале шахты. Бу-бу-бу, завал, все рухнуло вообще, кого-то завалило. Кого-то завалило. И все, это выход, да? Это выход, типа, вали от седва. Ну, там ночь, да? Там ночь. И валить от седва смысла нет. Так, температура здесь какая? Лампу убираем. Температура тут плюс 10. Прекрасная температура. Ну тогда жрем масса. Жрем масса. Как сильно рыбятина-то портится. Пьем масса. И спим масса. Так, ну огниво есть. Теперь мне можно, если что, себе кострину развести. Так, спим масса 7 часов. Не, давай 8. А лучше вообще давай все 9. Как хорошо, я сейчас высплюсь. Так, выспался. Пить вообще нечего и жрать по-прежнему нечего. Интересное кино. Так, а что там у нас? Усталости почти нет, и утро приближается. А что, он книжку читать сможет, нет? Давай ради интереса проверим. Что там насчет книжки? Темно. Не поем, умру. Ну, ешь. Отставить. Так. Тогда спим дальше. Где тут спальник? Так, спим дальше. Все, выспались. Понятно. Солнце. Ну смотри, свет появился. Ты должен мочь читать. Ты должна мочь читать. Маги читать. Ой, не туда. Не туда, не туда. Просто надо здесь обождать немножко, ну хотя бы часик. Чтобы немножко на улице посветлело. То куда я сейчас по темноте, по бреду? Я же не вижу ничего. Угу. Во, другое дело. Так, что у нас тут? Есть что?
А, я тут все смотрел, нет тут ничего. Асим! Все, пошли на улицу. Тут, правда, медвежопа может гонять прям где-то вот тут поблизости. Они любят сесть гонять. Так, ух, тут морозяка, я прям чую. Так, приседаем. Блин, туман. Туман это плохо. Это меня волки сейчас тут быстро закускускают в таком тумане. Туман это не есть гуд. Тут где-то иногда растут березы. Если я ничего не путаю. Где-то вот тут. Может, я, конечно, и путаю. Нет, в этот раз они здесь не растут. Или растут дальше. Или не растут, или растут дальше. Это топот. Тут волки сбегут с табуном. Так. Так. Тут где-то заход. Блин, ничего не видать. Не, ну это не серьезно. Как в таких условиях идти? Ничего же не видно. Тут где-то проходная на китобойную станцию. Около нее тоже волки бывают тусуются. Вот на проходная. Так, проходная. Так, закрыть. Так, что мы имеем? Мы имеем металлический лом и... антисептика. Это пригодится, безусловно. Так, открываем дверь. Тачка. На прокачка. Так, что тут у нас? Пусто. Садимся. Так, так, никого. Меняемся. Садимся. Так, что тут у нас? Ничего. А обыскиваем бардачок. Ничего, выходим. Так, все. Нам вперед, через мост. Ну там на территории тоже любят волки ходить. Бажник, ничего нету, китобойная станция. Да, я понял, мы нашли китобойную станцию. Так, тут у нас ничего. Тут у нас пустота. Переохлаждение. Хорошо. Сейчас мы сюда вот быстренько забежим. Да не ори ты так, что ты так орешь-то? Фух, обыщем. Хотя здесь сейчас хорошо видно, можно не светить. Так. Ничего, ничего. Тут у нас что? Газет возьмем. Так, тут у нас это все на металлолом. Но я вроде металлолом и себе уже набрал. Тут иногда бывает где-то какая-то это... Точильный камень иногда бывает. И какой-нибудь завалявшийся батончик. Но его надо найти. Иногда вот тут банка томата валяется в этих... Ничего не вижу. Пустота. Ну, либо слепой, либо не вижу. Либо то и другое вместе взятое. Ну, ладно, нет так нет. Что ж поделаешь, что ж поделаешь. Пойдем дальше. Так, старый спальный мешок. Давай его порву. А-а-а, охотничий нож, точно, блин. Ножовкой ты его не возьмешь. Не возьмешь ножовкой. Печалька. Печалька. Печалька, печалька. Сил нет, а ладно, держись. Тут волки есть, зато сил нет. Так, чего тут? Ничего, чего тут? Болезнь, риск переохлаждения, чего тут? Риск обморожения, ух, вот только этого мне не хватало. Не-не-не-не, в дом. Ух, все. Ну, тут можно немножко передохнуть. Тут сейчас будет еда. И еще может быть что-нибудь интересненькое. Пички есть? Пички есть? Замерзший рыболов. Ладно. А вообще, зачем мне спички? У меня есть огниво. А, спички тоже есть. Хорошо. Я вас благодарю за спички. Так, сердечно благодарю. Аптечка. Повязка. Шкаф. Чкап. Ничего нет. Чкап. Ничего нет, этот закрыт, заперт. Давай, ломай.
пусто. Здесь я... Понятно. Так, вот здесь иногда бывает один батончик. Вот тут один батончик в одном из шкафов. Иногда. О, консервный нож. Наверное, пригодится, я не знаю. Ну да, у меня же какая-то банка там сейчас есть. Правда, не знаю, насколько она живая. И сейчас не обратил внимания, когда брал. Надо оценить будет эту банку. Что она из себя представляет. Так, сейчас мы ее оценим. Банка. А, ну, не знаю, можно попробовать, в принципе. Что называется, рискнуть здоровьем. Так, книга. Заберем. Ее сожжем, конечно же. Так, пусто. 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 Так, что я ношу все это барахло? Ей же, наверное, невыносимо тяжело. Да я уголь-то весь сложу, че вот таскаю с собой. Уголь, металлолом, мне что? Нафиг он мне нужен. Так, уголь. Передать все. Отлично. Так, книгу передадим. Так, что тут у нас это? Передать все и металлолом. Передать все, кишки пусть тут пока поваляются. Ну, что там, да хватит пока. Во, поживей. Поживей дело пошло. Так, вот здесь можно найти чувака замерзшего. У него иногда бывает фонарь, иногда бывает злаковый батончик. Пить надо, да я понял. А иногда еще у него бывает газировочка. Шляпа. В этот раз у него для нас шляпа. А в тебе в самом, чувак, что есть? А в нем ничего в самом нет. Я понял. Ладно, сейчас мы в той комнате еще проверим, что там есть. Там иногда бывает лампа. Иногда бывает конжиратова. Так, тихо. Так, вот у нас эта комната. Что тут у нас? Тут у нас ничего. На столе лампа есть? Лампы на столе нет. Так, есть просто стол. Есть кроссы. Это что? Это не наша газировка? Ее кто-то испил, да? Да, до дна. Кроссы. Ну, кроссы нам пока не зачем. Так, контейнинг. В сталкере здесь иногда под шконкой можно найти ружьецо. И вот тут иногда носки валяются. Сейчас нет ни ружьеца, ни носков. Ну, понятное дело. Так, тут у нас что? Пусто. Шаром покати. Тут у нас пусто. Это все кто-то съел. Короче, ничего нет. А что у меня там все? Риск обморожения светится, да? Ну-ка, ну давай. Риск обморожения 1%. Руку обморозил. А, ну правильно, у меня черпяток нету. Так, вот здесь бывают тяжелые молоты лежат. Гвоздодер. И вот он лежит, кстати. Ну, сейчас мы оценим, какой лучше. И тот оставим себе. Так, здесь бывает факел. Вот он. Так, здесь бывает записывалька. Читать нечитаемо. Так, здесь бывают инструменты. Инструментов нету. В этом не знаю, что бывает. Сейчас проверим. Ничего не бывает. Так, тут у нас еще есть сейф, но мы к нему сейчас попозже вернемся. Там в конце есть сейф. Вот, тут бывает ножовка. О, она есть. Значит, решим, какую нам ножовку. Сейф пусть стоит пока. Пошли. Быстренько экскурсия. Так, тут у нас сейчас будут тут дрова будут лежать где-то. Где-то не с той стороны. Вот с этой стороны дрова кедровые. Так. Вот цепь. А мы почему через нее можем пройти? Хотя, по идее, тот точильный камень, да, иногда лежит. Еще иногда вот здесь гвоздодер лежит. Вот тут в углу. Так, ящик, что в тебе? Да, скорее всего... Не-не-не, стол мы пилить не будем, пока мы не настолько круты. Так, а вода у нас есть? Воды у нас нет. А чё мы там коцаемся без воды? 50%, ладно, терпи. Терпи. Так, здесь где-то будет ящик. Но с другой стороны.
Так, тут дров никаких нету, дров никаких нету. Так, пошли к ящику, а потом еще наверх в шкерочку залезем. Там иногда что-нибудь бывает. Так, ящик, тут ничего нету. Ничего. Так, обыскиваем. Пусто. Да, со жрачкой здесь что-то напряженка в этот раз. Ну, в сейфе может быть либо еда, либо одежда. Че рандом решит? Решит еда, значит еда. Решит одежда, значит одежда. Так, вот тут бывает тоже еда. Так, тут уже кто-то все съел. Газета нам не нужна. Тут у нас что, повязка. Тут наверху иногда еще еда. Вот у нас персик есть. И томатный супец. Еще здесь бывает иногда спальный мешок, тяжелый молот. Разные бывают разности. Ничего. Ну все, пошел я в сейфу. Сейфа. А потом будем разжигать костер и готовить еду. Потому что мадам хочет пить. Очень хочет пить. Очень-очень хочет пить. Так, вычукляем. Так, сейфа. Понеслась. Так, где-то в начале был. Хорошо. Так, 8 или 7. Так. Давай, давай. Ну давай же, что так долго-то? Что, полный круг, что ли, решил пройти? Интересно, а здесь коды не повторяются? Может, здесь какой-нибудь три набора кодов? Что-то никогда не обращал внимания. Так, это почти 24 получается. 7, 2, 4. 7, 2, 4. И... Ну, когда там уже? Так, значит, скоро будет. Будет скоро. 24 же было. Он же не может целый круг дать. Или может? О! И получается, что там 17 или... Так, ну что тут у нас? Одежа. Газировка. Отлично. Газировку сразу выпьем, а то пить охота сильно. Ну что, пошли готовить. Все каких-то подозрительных степеней готовности. Даже не знаю, жрать это или не жрать. А есть чем лечиться? Да лечиться-то есть чем. Так. Так, этим нам шанс 55, а огнивом 85%. Огнивом шанс чуть-чуть повыше. Горючие у меня... Да с огнивом можно без горючего. Давай так. Давай так. Тренируйся. Давай, давай, тренируйся. Шанс 85%. То есть 15%, что... До свидания. Так, итого у нас же с жратвой проблема. Все, я почти скучал. Ладно. Ладно. А я весь уголь сейчас выкинул, или что-то себе оставил. Все, на китобойном судне бывает жрачка. Так, все значится, да? Это банка 44, это банка 45. Ну давайте самую минимальную порченность готовим. И сразу же ее здесь сожрем, пока мы у костра, чтобы если еще что, приготовить себе противоядие. Так. Я понял. Ну, значит, томатом тоже, может, не отравимся. Ладно. Мы его сварим, но жрать не будем. Сварим себе гриба.
И пойдем в баньки. Так, воды у меня вообще нет, да? Думал, в этой серии получится сковать, но сковать в этой серии не получится. Ну ничего, подготовимся по максимуму. К ковке. Подготовимся. Сейчас подрыхнем. Хотя, что это подрыхнем? Дрыхнуть-то рано. Какой ты дрыхнуть собрался? Да, дрыхнуть-то рано. Ишь ты какой орел, подрыхнем. Слушай, а вот у меня рыбы 46%. Я и не траванусь, если сожру. Нет, не траванулся. Удивительно, рядом. Но оно запрещено. Ой, не то. Грибы. Так, а я же, в принципе, могу уже и нас это сгонять-то, да? Ну да, а чё мне здесь сидеть? Я могу рвануть. Рвануть на судно. День же. Чё-то я вообще тупанул. Думал, что ночь приближается. Да да всё, я побежал. Чё я тут вообще торчу-то? Чё я тут торчу? Всё, я побег. Не туда и побег. Туда и побег. Всё, сейчас гвоздодёр выкидываем. Чё там выкидываем? И пошли туда быстрее. Так. Гвоздодер, вот это 31%. Нафиг. Пила у меня какая? Ножовочка. 62. Нафиг. Так. Книжки. Ну, замерзший рыболов, я не знаю. Ладно. Бог с ним пусть остается. Так, уголь. Передать все. Древесину все. Книгу все. И что тут у нас еще? И металлолом весь. И давай кишки возьмем. Так, а что у нас по крафту? Мы можем крафтить где угодно. А, нет, это только на верстаке. Ясня. Хорошо. Так, ну вроде все, я готов. У меня все при мне. Да, что там нам? Уровень жизни. Уровень жизни нормальный, 49%. Хороший уровень жизни. Погнали тогда с легким перевесом. Может быть, нам волки не встретятся. А может, встретятся. Так. Бежим, 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 бежим. Вообще, я их раньше тут не встречал. Но это было раньше. Вот этим путем, когда ходил, не встречал никогда. Вот оно он, манящий Титаник. Замерзший на айсберге. Нет, это не Титаник. Это летучий голландец. Долетался, так сказать. Замерз. Так. Ну, здесь волки вроде никогда мне не встречались. Вот именно в этом месте. Туда подальше они есть. А здесь никогда их не видал. Только олени там ходят. Кролики, олени. Давай, давай, быстрее, быстрее. Хотим ковать, 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 ковать. Можно пойти на кроликов походиться, на мясцо потребуется. Оленя, к сожалению, не получится добыть. Ну, сейчас мы сюда зайдем, скинем себе все лишнее. Обыщем все. Может, что найдем интересное, может, нет. О, перья. Перья нам нужны. Ой, как нужны. Нам же из них стрелы делать. Не то. Ладно. Че ты факел-то этот взял? Ты мне давай вот это. Вот. Так, что тут у нас? Иногда тут что-нибудь валяется. Чел с какой-нибудь барахлой. Иногда вот тут рыба валяется. Ничего нету. Ни чела, ни рыбы. Ну, хоть китобойные судны, и то хорошо. Так, что тут у нас? Ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного. Сейчас зайдем вот сюда.
Тут, может, что найдем? Аптечку? Нифига. Тоже нифига. Тоже нифига. Тоже нифига. Тоже нифига. О, это по стрельбе из лука. Я уже видел это. Класс. Я научусь стрелять из лука, наконец-то. Наконец-то они ввели книжечку для стрельбы из лука. А то, блин, не прокачивается книжечками стрельба из лука. Так, так, что тут у нас? Чел замороженный. Тут иногда валяются носки. Носков нету. Жратвы нету. Чел замороженный есть. О, у него обезболивающее, да? Да, обезболивающее. Пригодятся. От вывихов лечиться будем. Так, это у нас камбуз. Вот тут на камбузе тоже иногда валяется жрачка. Вот она. 64%. О, это можно есть. Ну, в принципе, я иногда травился и более высокого уровня, когда была жратва. Я и травился. Причем сильно. Так, я не знаю, стоит ли идти на улицу. Ну, я вообще туда давно уже не хожу. Давай для разнообразия сходим. Вдруг там что-нибудь интересное будет. А я это пропускаю интересное. Ну-ка-ся. Тут трупешник валяется. Над ним вороны каркают. Трупешник где? На носу валяется, по-моему. Где они вообще каркают? Сюда стоит заходить на каком-то сталкере. Здесь патроны бывают. А нам-то тут что искать? У нас тут никого нету. Трупешник где-то на носу валяется, по-моему. Ну, сейчас зайдем к трупешнику. Спросим, как дела. А, вот он не на носу. Трупешник. У него нет никого. Ну и все, собственно говоря. Доски. Собственно говоря, гарпун. Но из него не получится никого загарпунить. А жаль. А она, может, во время северного сияния он будет действовать. Из него можно кого-нибудь хыч, сгарпунить. Было бы клево. Но это вряд ли. Так, все. Я пошел к Энтому, который возле Энтих живет. К горну. Кузнечный горн. Это кузнечный горн, да. Очень приятно. Так, что тут у нас? Ткань вот мне оставили. Уголь, уголь, уголь. Не-не-не, не надо ничего пока ломать. Погоди. Так, уголь. Так, это, собственно говоря, я понял. Так, блин, здесь темно, если так на ощупь двигаться. Где тут ящик мой ближайший? Ящик, ящик, полка. Дайте мне ящик. Ой, зря так убрал. Ящик, пожалуйста. Да вот он, собственно говоря, ящик, а вон, собственно говоря, горн. Так, 45 минут, час. Ну, давай 45 минут. Все, горн мы, ну, на ощупь мы его искать не будем, это все без толку. Так, горн, 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 быстрее в горн. Вот он, наш красавец. Так, печь. Огниво нам, пожалуйста, книга. Все, понеслось. 100% шанс успеха, 100%. Это ж хорошо. Come on, fire. Давай, давай. Давай, Fire, давай. Давай, Fire, давай. Так, что попробовать приготовить персики, сожрать их, может, не сдохнем? Не знаю, не знаю. Так, печь горит. Что тут у нас? Древесина. Так, уголь можно же пихать? 22 минуты. А, ну понял, здесь должна быть нормальная температура. Ладно, так пока воды себе зафигашу. Зафигашу пока воды себе.
Так, зафигашил воды. Теперь можно уголь. Уголь, 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 уголь. Тынс, 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 тынс. Вот так вот. Давай, разогревай. Разогревай нам горнчик. Так, горн кузнечный еще не разогрелся. Температура 150 нужна. Давай, 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 давай. Давай, мы щековать будем, мы будем щековать. Нож, нож, нам нужен нож, самодельный нож. Есть. Нож. Так. Необходим материал. Ткань нужна одна. Металлолома нужно три. Три часа мы его будем делать. Однозначно будем делать. Давай, давай, давай. Есть! Покажите нам нож, покажите нам наш нож. Покажите нам наш нож. Вот он, красавец. Самодельный нож из куска металла, обернутого тряпкой на рукояти. Не очень прочный, не такой красивый, как профессиональные ножи, но для дела пойдет, да. А волчар мочить и подавно пойдет. Все. У нас жрать нечего, усталость сильная. Так, есть вариант, значит. Есть вариант попробовать отравиться персиками. Точнее, не персиками, а томатным супом. Так, отравились. Теперь жрем вот это. И спим. 7 часов. Угля у нас дофига, ничего страшного. Пусть горн погорит. Так, пьем. Сейчас будет у нас клаустрофобия, скорее всего. Скорее всего, нам постучится в дверь клаустрофобия. Скажет, тук-тук-тук, я клаустрофобия. Уголек. Так, еще 20 углей у меня. Хорошо. Просто че уголь трачу зря, неохота тратить огниво. Да не, мне 7 часов хватит. Семь часов вполне хватит. А дальше видно будет. Так, что там, риск клаустрофобии? Нет, а то иногда почему-то не пишут. Так, пьем тогда. Пьем. Обращаемся к нашему горну. Здравствуйте, уважаемый горн. Печь 4 часа. Древесинка. Чик, чик. Уголь. Чик, 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 чик. 10 часов. Ну чё, понеслась. Самодельный топор. Мы его будем делать 4 часа. Ну и что? Сделаем. Давай, давай, давай. Вот так. И есть контакт. Самодельный топор. Оценим. Вот он, самодельный топор. Просто кусок металла с заточенным краем. Выглядит не особо, но пригодится. Еще бы, волчаки по кумполу настучать. Это вообще отличная темка. Пригодится, конечно, пригодится. Так, что у нас по здоровью? 66. Сколько печь горит? 6 часов. Так, сейчас скуем один наконечник, поглядим, сколько отнимется хп. Точнее, их 2 будет. Так, 2 штуки мы сделали. ХП 65, по одному отнимается. Ну и бог с ним. Так, печь 5 часов, давай еще угля кинем. Так, а сколько у нас есть металлоломов? 5. Это мы сделаем 10 наконечников, да? Угу. Ну, в принципе, 10-то для начала хватит. Более чем достаточно. Так, что он там наковал? Печь у нас горит 4 часа. У нас 61 хп. Где наши наконечники? Покажите мне наши наконечники. Вот они красивые, какие 8 штук. Какие-то прям как это. Как Дамаск. Как будто пакетированная сталь ковалась. Клёво. Так, а что там у меня тяжелый молот 65%?
Итак, значится, что я хотел? Хотел воды испить. Воды испить. И еще сковать наконечник. У меня еще два получится. То есть у меня получится еще 4. 12 шиток. 12, я думаю, мне хватит. Хотя можно набрать металла и сделать себе еще нож. Да? Для ножа сколько надо? Не туда. Нож, нож, нож. Нож. Самодельный. Нужно 3 металлолома и 1 ткань. А где у нас что-нибудь небольшое пильнуть, чтобы недолго тут у дверцы где-то валялась? Где-то валялась дверца. Дверца, дверца. Вот на нас. Сколько из нее получится? 2 металлолома. Мараться нет смысла с 2 металлоломами. Так, из этой полки сколько получится? 4 металлолома. Нормально. Угу. Так, вот он наш горн. Печь у нас гореть еще будет 5 часов. А горн, значит. Так, в печь добавляем. Фонарь разрушенный, чтобы не мешался. Уголька. Так, хорошо. Воды испить. Хорошо. Так, кузнечный горн. Давайте-ка мы ножичек себе забомбим. Два. Так, хорошо. Печь у нас 5 часов. И давайте-ка мы себе еще наконечники сделаем. Вот столько. И все, хватит. Больше мне не надо. И так много. Так, теперь мы, пользуясь печью, делаем себе воду. Делаем себе воду. Потом делаем себе... Не знаю что. Да персики, наверное. Да дрыхнем. Я там все лекарства приготовил, если что. Если вдруг отравлюсь. Так, есть лекарства? Есть лекарства. Ну и бог с ними. Все. Значит, делаем себе персики. Жрем их и спим. Но уж если отравимся, так отравимся. Ничего не попишешь. Нечего пописать. Так. Значится. Персики. Едим. Не отравились. Это прекрасно. Так, пьем. Сколько у нас калорий? 451. Это, наверное, маловато. Сожрем. Стратегический запас пошел в ход. Сожрали. Так, где мой спальный мешочек? Тут где-то валялся. Покажите мне спальный мешочек. Мешочек, ты где? Вот он. Так. 8. Как раз. Все, спим. Как раз спим. Так-с. Проснулись. Хотим жрать, выжили, хотим пить. Так, ну ладно, вообще все. Жрать, пить, это все потом. Хотя нет, не все потом. Берем лампу. Лампа. Зажигаем. Так, это поднять. Подходим сюда. Тут контейнер был. Его сейчас нету. А вот тут еще иногда контейнер ошивался, сейчас его тут нет, а я хотел им воспользоваться. Там он металлолом еще валяется, я не заметил. Ладно, тогда контейнер где у нас есть? Вот здесь у нас есть контейнер, да? Вот он. Блин, тут только аптечка. А, ящик есть. И верхний ящик. Кладем сюда. Кладем сюда один нож наш. Не, зачем нож? Я молот кладу тяжелый. Я ножовку кладу, потому что... У меня там есть и ножовка, и молот. Я это с собой не буду тащить. Теперь я рубить могу.
деревьев, вот чем. Металлолом мне пока не треба. Все, итого 26 килограмм общий вес, это нормально, перевеса нет, можно линять. Все, зергут, пошли. Ну, волчаки, волчаки, собаки. Мне бы только выйти отсюда, бойтесь нас, мы идем к вам. Нет, не туда. Только вот у меня в лампе кончается горючка. Это печально. Еще хангри, со хангри. А, у нас утро только наступает. А куда я вообще собрался? Утро только наступает. Куда я вообще собрался? Слышь, дядь, куда ты собрался? Куда собрался? Спать иди. Иду спать. А я вообще спать могу, кстати? Все, не то. Не то нажал. А, могу чуть-чуть. Ой, шо ты вообще? Потерялся-то на ровном месте. Подиди, господь. Че, все? Не, спички не надо. Это тоже не надо. Вот это надо. Все, мы пошли спать. Куда-то я в ночь решил рвануть. Ишь ты какой. Нечего никуда в ночь рвануть. Сейчас поспим, пойдем на маяк, на маяке потусуемся чуть-чуть и попремся. Все, вон-вон отсюда. Все сковали, делать здесь нечего. Все, кушаем. Еще кушаем. Так, пьем. И спим сколько сможем, если сможем. Так, 2 часа сон. Так, дорогие ребятушки, на этом я с вами прощаюсь. Удачи вам в игре. Остерегайтесь волком, но мне теперь уже можно не остерегаться. У меня есть нож. Все, всем пока. С вами был Лучник77. Заходите в мою группу ВКонтакте Zlone Dark и становитесь ее участниками, чтобы принять также участие в конкурсе. Ссылка будет в видео. Все, всем пока.